Евросоюз намерен поддержать Гагаузию в реализации социально важных проектов. Для этих целей автономии будет выделено 5 миллионов евро. Об этом сообщил глава миссии Евросоюза в Молдове Дирк Шубель. 3 миллиона от этих 5 будет использованы для конкретных проектов, как, например, здесь в детских садах, в школах, в общественных центрах, где мы сможем помогать, где срочности, где что-то надо делать, этот деньги будет, мы будем пользоваться для этого. Гагаузия будет включена в программу поддержки с осени текущего года. В рамках этого проекта будут поддержаны в основном объекты образования, здравоохранения и другие, подчеркнули местные чиновники. Эта программа утверждена на заседании исполнительного комитета Гагаузии. В ближайшие дни, день-два, она будет опубликована. И эту программу готову я вручил господину послу. Потому что мы еще ставим вопрос и привлечения грантов в сферу изучения родного языка, государственного языка. В наших городах очень много проблем социальных. Это и детские сады, школы, дороги, водоснабжение, канализация. И мы очень рады, что господин посол именно вот нас сегодня обрадовал, что в ближайшее время вот эти 5 миллионов будут направлены именно для нашей инфраструктуры. Глава миссии Евросоюза в Молдове в ходе визита побывал в нескольких населенных пунктах, в том числе и в Чедерлунге в детском саду номер 8, который эффективно реализовывал проекты через фонд социальных инвестиций и ожидает поддержки в этой программе. Хотели бы модернизировать прачку, кухню, потому что сотрудникам буквально небезопасно работать на своих рабочих местах. Здесь, кстати, были определенные работы, проведенные через фонд социальных инвестиций в Молдове, заменены окна. Кроме того, в рамках других проектов тут были осуществлены работы. Поэтому это такой показательный детский садик, где вот эти проекты совместные европейских доноров, других доноров работают в учреждениях образования. Глава миссии Евросоюза в Молдове ознакомился с работой солнечных батарей, установленных в ряде учреждений при поддержке Фонда социальных инвестиций Республики Молдова.